Познакомьтесь с Чарльзом Хоскинсоном, предпринимателем, математиком, аналитиком, криптографом, энтузиастом блокчейн и криптовалюты. Хоскинсон родился в Денвере, США. Он учился в университете Колорадо Боулден и главном государственном университете в области аналитической теории чисел, математики и криптографии. Он в основном известен как соучредитель и бывший генеральный директор проекта Ethereum, но позже он основал собственную криптографическую компанию Input-Output. Компания является одной из трех организаций, которые вносят вклад в развитие фонда Cardano и ADA.